Боюсь за дедушку с бабушкой. They are in Kharkiv, and they подвергаются опасности. Они пытаются успокоить, что у нас как бы все хорошо, чтобы мы не переживали. My friends in Moldova try to успокоить, to calm me. Сейчас только вернуться в Харьков. Стало более холоднее относиться к событиям. То есть для меня все, что происходит в Украине, самое главное, что сейчас остались живые бабушка. А все остальное раньше реагировала прям очень эмоционально. Сейчас стараюсь не показывать эмоции, я просто более холоднее стала к мелким вещам. То есть то, что самое главное, это бабушка, дедушка и братья.